кто и во сколько зашел в подъезд. Теперь все фиксирует видеонаблюдение. Камера антивандальная. По словам специалистов интернет-провайдера GigaWider, ее практически невозможно снять, разбить и даже повернуть объектив в другую сторону. Памяти устройства хватит на 4 месяца непрерывной записи всего, что происходит вокруг. Кроме того, с помощью гаджета можно вызвать наряд полиции. Для этого есть специальная кнопка. Все это пишется на серверах. Соответственно, доступ есть полиции, химспасы, администрации. В любой момент можно это посмотреть. В случае происшествия видео выгрузят с сервера. Современные технологии пришли жильцам этого дома кстати. Оказалось, они и сами давно хотели установить видеонаблюдение на входе в подъезд. Несколько краж уже в подъезде было. И видеокамера нам как бы не мешает. Чтобы от глаз устройства никто не скрылся, камеру устанавливают на уровне чуть выше 1,5 метра от земли. Учитывают средний человеческий рост. Однако мощная оптика гаджета позволит распознать лицо даже на расстоянии нескольких метров. Помимо того, что есть видеонаблюдение на подъездах, есть видеонаблюдение на дворовых территориях. На сегодняшний день 52 дворовые территории оборудованы камерой видеонаблюдения. То есть здесь люди могут себя чувствовать абсолютно безопасно, отпускать одних детей. Сейчас все расходы за обслуживание камер видеонаблюдения управляющая компания берет на себя. В дальнейшем, если жильцы того или иного дома решат ввести устройство в список общедомового имущества, начнут взимать плату. Но, уверяют, сумма будет едва заметна в ежемесячной платежке. Повсеместное обеспечение камерами видеонаблюдения в округе проводят в рамках масштабной программы «Безопасный регион». Сегодня в городском округе Химки подключено 1770 камер безопасного региона. Это парки, скверы, места массового скопления людей. Также все соцобъекты тоже охвачены видеонаблюдением. Также с 2017 года мы ведем большую работу по подключению подъездов к безопасному региону. В этом году мы подключили уже 245 камер к подъездам, подъездного видеонаблюдения. Также до конца года планируется еще подключение 500 камер. Впрочем, если камера видеонаблюдения необходима уже сейчас, нужно обратиться в управляющую компанию. Специалисты приложат максимум усилий, чтобы удовлетворить просьбу горожан. В безопасности заинтересованы все без исключения. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.